Добрый день! Сегодня у нас с вами пятый день. Сегодня работа с детьми. Все, что нужно записать в дневники, у вас выложено в виде текста. А я хочу предложить вам работу со своим внутренним ребенком. Дружны ли вы со своим внутренним ребенком? В каком он находится состоянии? Потому что это часть вас. И внутренний ребенок очень сильно влияет на ваше поведение, на ваше мировоззрение. Мы сделаем практику, которая поможет вам стать более устойчивым в этом мире. Итак, садитесь удобно, закрывайте глаза. Я настраиваю на вас энергию Рейки. Чтобы эта теплая, мягкая энергия помогла вам подружиться со своим внутренним ребенком. Почувствуйте, как меняется ваше поле вокруг вас, как меняется энергетика. Вдох и на выдохе расслабляйтесь. Вдох и на выдохе расслабляйте плечи, голову, ноги, руки. И сейчас представьте лестницу, которая идет вниз. Перед вами лестница, которая идет вниз. Какая это лестница? Опишите ее. Из чего она сделана? В какой цвет выкрашена? Или не выкрашена, какая она эта лестница. И вы начинаете спускаться вниз по этой лестнице. Страшно ли вам идти вниз или не страшно? Что вы чувствуете? Что вы видите внизу? И вы спускаетесь туда, вниз, заходите в это место. Прислушайтесь к своим ощущениям. Тепло вам там или холодно, уютно или некомфортно, страшно или безопасно. Как вы себя чувствуете в этом пространстве, в которое вы сейчас попали? Где вы? И вот из-за дерева или из-за куста, или из-за угла, зависит от того, где вы находитесь, к вам выходит маленький вы, маленькая девочка или маленький мальчик. Сколько лет этой девочке или сколько лет этому мальчику? Это вы. Во что он одет, в каком настроении этот ребенок, подходит ли он к вам или боится к вам подходить. Не все дети идут на контакт. Предложите ребенку поиграть с вами. Достаньте прям какую-то игрушку из кармана, вымышленную. Или какую-то игру. Начинайте разговаривать с этим ребенком. Спросите, если плохое настроение, почему у него плохое настроение, чего он боится, или что с ним происходит. Если хорошее настроение, то как он себя чувствует? Начните с ним разговаривать. Вы взрослый человек, вы знаете, как разговаривать с ребенком. И тем более это вы знаете, что вам нужно.
Вы можете пригласить ребенка на карусель, еще куда-то сходить. То есть вы сами решаете, как и во что поиграть с этим ребенком, чтобы расположить его к себе. Если ребенок плачет, спросите, почему, что ему нужно, пообещайте ему. Погладьте, успокойте, подержите на руках. Каждому ребенку нужна забота и внимание. Скажите своему ребенку: «Я хочу быть тебе самым близким другом. Я люблю тебя и никогда не брошу. Я у тебя есть всегда». Обнимитесь с ребенком. Это очень трогательный момент. Вы берете опеку над самим собой, вы принимаете себя. Идет слияние с внутренним ребенком. Вы взрослый человек, вы можете защитить и опекать этого ребенка. Вы самый сильный, самый лучший человек для этого ребенка. Как вы сейчас себя чувствуете? Эта техника, эта практика очень хорошо восстанавливает спокойствие, убирает тревожность. Эта техника дает вам внутреннее состояние уверенности в завтрашнем дне и заботы, внутренней заботы. Мы ищем во внешнем мире какую-то поддержку, а поддержка и сила должна быть внутри нас. И вот эта практика, эта техника дает эту силу, это спокойствие, которое очень вам понадобится в течение этого года. Обязательно опишите, что вы видели, какую лестницу, было ли страшно вам идти, пошел ли ребенок сразу на контакт или нет. Сделайте эту практику еще раз. Чтобы выстроить доверительные отношения с вашим ребенком, внутренним ребенком. И обязательно напишите, как вы сейчас себя чувствуете. Я вас благодарю. На этом сегодняшняя наша практика окончена.